Что, погода, отличное настроение. Всем привет и добро пожаловать на футбол. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. С радостью перехожу к представлению самого главного, комментатора сегодняшнего матча. Тут все без изменений, как и всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич. Фулхэм против Ливерпуля. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. Какой опасный был момент! Дамфрис. Есть поддержка здесь. И мяч переходит к соперникам. Кайл Уокер. Пас тут получше отдать стоило. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Хасан Аль-Айдос. Хасан Аль-Айдос с мячом. И как он дальше мячом распорядится? Не торопится. Игроки ищут брешь в защите. Но что-то пошло не так, и владение они теряют. Защита сейчас как в осаде. Обложили их соперники, ищут единственно верный пас. Перепасовка, не торопятся игроки, ждут шанс для атаки. И это было последнее, что они смогли сделать с мячом. Теперь он переходит к сопернику. Ливерпуль уже больше 20 лет не выигрывает чемпионат Англии, хотя команда каждый сезон рассматривается как один из претендентов на титул. Да, в 2008-2009 годах Ливерпуль был вторым в английской премьер-лиге, и в сезоне 13-14 они на самом флажке очень обидно упустили чемпионство. Хотя по ходу сезона показывали отличный футбол. Ушел мяч за лицевую, но после рикошета, так что угловой. Ливерпуль решил удивить нас. Сразу три новых игрока на поле появятся. Есть гол! Счет открыт! Еще раз посмотрим гол. У него получилось действительно здорово навесить. И не будем забывать про классный завершающий удар головой. Разыграно было как по нотам. И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ливерпуль начинает второй тайм. Уверенная игра в отборе. Есть пространство перед ним. Такой мяч Алисон подащил. Хороший момент, хороший гол мог быть. Но Алисон лучше всех сыграл сейчас. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Молодец защитник. Выносит мяч. Хасан Аль-Айдос. Отдает он передачу. Можно забивать здесь. Гол! Сравняли счет! Но даже не знаю, чего в этот раз не хватило защиты. Обступили, облепили, но все равно мяч в сетке ворот. После ответного мяча у нас 1-1. Хасан Аль-Айдос. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Теряют они мяч. И есть поддержка у этой атаки. Мяч у Ливерпуля. Арбитр даст свисток после окончания атаки. Можно забивать. Забирает мяч голкипер. Трент Александр-Арнольд. Салах оставил свою команду без мяча. Хасан Аль-Айдос. Камада. Хасан Аль-Хайдес.
Ну, решай же! А вот и гол! Да, ничьей, скорее всего, сегодня мы не увидим. А ведь игра до этого момента шла относительно равная. Но теперь вот этот мяч может решить исход всей встречи. Смотрим еще раз. Забитый гол. Очень сильным получился удар. И ему повезло, что мяч не прошел выше. Благодаря здесь шансов было немного. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот? Думаю, одна, только одна атака осталась у этой команды. Успеют ли? Последняя минута второго тайма. Артур дает главный судья свой последний свисток на сегодня, и он фиксирует победу хозяина. Потрясающий матч! До самого конца они шли вперед.